Всем привет! У нас сегодня понедельник, 1 мая. Поздравляю всех наших зрителей с 1 мая. Надеюсь, у вас тоже хорошо. Ну, у нас такая погода. Сначала солнышко было, теперь вот чуть-чуть пасмурно, ветерок. Ну, главное, нет дождя. Это уж радует. И вот сейчас, пока я завтрак делала, Леон в зале сидел и мне вот такое вот сердечко сделал и написал: «Либо мама, либо ты, Леон». Это называется «Любимая мама, я тебя люблю». Сердечко такое, Леон. И вот что мне самое больше, ну, мне, конечно, очень-очень приятно, а самое больше, что радует, то, что он ни одну ошибку не сделал. Я помню Люи, Самуэля, они тоже в его, когда в первом, втором даже классе, они всегда писали «либо» без «и», без вот этой «и». И вот тут они всегда писали просто «и», «л», «и» и «б», без вот этой вот. А он все правильно прям написал. Так приятно. Сейчас будем завтракать. Потом посмотрим, может, погуляем опять, сходим куда-нибудь или поедем куда-нибудь прогуляемся. Смотрим по обстоятельствам. И Лео Самуэль тоже сидит, что-то там уже вчера вечером закрылся в кухне и говорит: «Я хочу тебе сюрприз сделать». И сидел долго-долго, наверное, часа полтора. Потом уже спать надо было идти. И это, и теперь он сегодня с утра встал рано и опять закрылся в другой комнате и сидит, делает что-то. Вот мне интересно, что он там мне за сюрприз приготовит. Посмотрим. «Не заходи, не заходи», кричит. «Не надо». Он сначала в кухне закрылся. Я говорю: «Ну, нам же завтракать надо сейчас». Он: «Нет». Я говорю: «Ну, сколько тебе еще? Долго, еще долго». Я говорю: «Тогда иди в другую комнату». Ну, пошел, перешел в другую комнату, закрылся. Так что приятного аппетита нам сейчас. Будем завтракать. И потом перекусим. Только сели кушать, или Самуэль сделал все-таки. Он в Ютубе нашел видео, как делается вот такой вот лебедь. И сделал мне сейчас, говорит: «Мама, закрой глаза». И дал мне вот такой вот, такого лебедя смастерил. Молодец. Молодец. Danke schön, mein Schatz. Sehr schön gemacht. Ciao. Вроде мелочи, но так приятно. Ни с того ничего, вот без повода, просто так. Сейчас хочу сделать плюшки с сахаром. Для этого нам понадобится 500-600 грамм муки. Я взяла 600 грамм муки. 3 столовые ложки сахара, кто любит не такие сладкие, можно 2 ложки взять. Щепотка соли, 1 столовая ложка с горой дрожжи, 1 пачечка ванильного сахара, 60 грамм масла и 25 миллилитров, по-моему, этого растительного масла, 250 миллилитров молока и 2 яйца. Сейчас буду с этого замешивать тесто. Сначала нам надо разогреть молоко, насыпать туда дрожжи, 2 столовые ложки муки взять, там размешать, как бы опару сделать с него. И потом остальные ингредиенты добавлять. Буду потом показывать по ходу. Вот неправильно я сказала. В 250 миллилитров молока я сейчас разогрела. И туда добавляем 1 столовую ложку сахара и 1 столовую ложку дрожжи. Замешиваем и оставляем, чтобы немножко образовалась такая шапочка. Так, вот я размешала дрожжи и сахар в молоке. Накрыла такой пленкой. И теперь, пока она будет образоваться такая шапочка, надо будет нам взбить 2 яйца с ванильным сахаром, с оставшимся сахаром и с солью. Потом растопить масло и добавить, и все это хорошенько перемешать. Вот я соединила или перемешала сахар, соль, ванильный сахар и 2 яйца. Все перемешала. Тем временем растопила масло 250 миллилитров сливочного масла. Теперь это тоже вливаем сюда. И это теперь опять все перемешиваем хорошенько.
50 миллилитров еще надо будет добавить сейчас растительного масла. Так. И теперь посмотрим, что у нас делают рожи с молоком. Это все сейчас перемешаем. Вот уже образовалась такая шапочка. Теперь это можно вливать в нашу смесь яйца с маслом, сахаром, солью. Вот это теперь все выливаем сюда, перемешиваем и постепенно добавляем муку. Я ее уже просеяла и постепенно буду добавлять сначала в чашке замешивать тесто, потом, когда оно уже так возьмется хорошенько, потом уже на столе буду вымешивать. Это все выскребу и перемешаю все. Вот мое тесто готово. Сейчас я его поставлю в теплое место. Поставлю его опять в микроволновку. Поставлю рядом горячий стакан. Закрою дверку. И тогда оно быстрее поднимется. Я уже так пробовала. Кто-то где-то я читала такое-то. Подсказал. И пробовала уже, когда вот делала пасхи, пекла. И сейчас опять закрою сейчас или пленкой, или крышкой. Поставлю горячий стакан с водой туда, в микроволновку, и мое тесто. И закрою дверку, и оно должно подняться. Потом переключимся. Вот мое тесто поднялось. В два раза, даже больше. Вот полная чашка стала. Мы только что пришли, ходили гулять. Сколько мы, наверное, больше часа были. Я думала, это одно видео сделаю, как я пеку и гуляем. Но как гуляли, я так много сняла. Так что разделю на два видео. Вот сейчас пришли. Тесто мое поднялось. Сейчас я его буду разделю на 4 части. И потом покажу, как я это все делаю. Вот я разделила тесто на 4 части. Одну я сейчас буду раскатывать. Эти 3 я пока положила опять в чашку, накрыла пленкой. А то я сейчас раскатаю. Потом покажу, что я дальше буду делать. Вот я раскатала его где-то примерно толщиной 0,5 сантиметра. Сейчас посыплю его, помажу сначала этим растительным маслом. Посыплю сахаром. И потом вот так вот с этой стороны скручу в рулетик и дальше покажу, как я буду делать. Вот так вот, вот такие кусочки я нарезаю. Вот этот шов должен быть внизу. И потом вот так вот не до конца, здесь не до конца, разрезаю. Так. Вот так выкручиваю. И получается вот такие вот. Такие плюшечки у меня получились. Ровно 2 противня. Сейчас я разогреваю духовку на 190 градусов. И печься они должны где-то 20-25 минут. Смотря у кого какая духовка. Надо смотреть, поглядывать, как они вот красиво подрумянились. Можно вытаскивать. Потом покажу, какие у меня получились. Вот такие плюшечки у меня получились. Вот одна партия уже вон там остыли. И вот эти. Сейчас последний вот вытащила. Запах стоит, это вам не передать. Вкусно очень. Дети уже пару штук взяли, пробуют. Я их уже это не первый раз пекла. Очень-очень вкусный. Сейчас будем пить чай. И на этом прощаемся с вами. Кому понравился этот рецепт, можете повторить. Это не тяжело. Можете повторить рецепт, я напишу под этим видео. Желаю всем приятного чаепития и до следующего видео. Еще хочу показать, какие они в разрезе. Очень мягкие, пышные.
и очень вкусные. Да, Леон? Да. Ну ладно, теперь точно прощаемся. Пока.